Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent Tagaz 1.6 механика 2006 года выпуска. Пробег у этого автомобиля 160 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле мы заменим задние стойки стабилизатора и втулки заднего стабилизатора. Поднимаем автомобиль, снимаем оба задних колеса. Хотя колеса, наверное, мы снимать не будем. Поднимаем. Поднял автомобиль, снял колеса. Здесь гайки, опять же, все в коррозии. Я даже мучиться не буду их откручивать, я их сразу раскалю. Беру гайкокол. И также нижнюю. Гайка на 14, но ключ одеваю на 15, так как я гайку раздавил, ключ на 14 уже не одевается на нее. Вот все, вот она гайка, вот она так расколота. И верхнюю гайку тоже откручиваем. Сзади ключ на 15 держим. Вот и здесь. Вот она гайка расколота. Берем новую стойку стабилизатора фирмы Partsmal. Идет она PXCLA017. Ну а это оригинальный номер. Мажем резьбу с обоих сторон. Одеваем шайбу и втулку. А, поторопился помазать. Хотя нет, втулка не смазывает. Ставим также вторую втулку, шайбу и наживляем. И наживляем сверху. Сверху у нас ключ на 14. Снизу у нас ключ на 17. Ключом на 12 придерживаем шток, чтобы он у нас не крутился.
Все, поджали мы втулки. Теперь меняем втулку стабилизатора. Находится она у нас, вот она. Откручиваем оба болта. Болты здесь на 12. Втулку сняли, смазываем резьбы. Берем новые втулки. Втулка оригинальная, номер ее 55513-22500. Акцент задний. Втулку смазал внутри маленько, одеваем ее на стабилизатор. И одеваем скобу. Все. Втулку стабилизатора мы заменили, стойку стабилизатора мы заменили. Аналогичным образом меняем вторую сторону, устанавливаем на место колеса. И на этом все. Мы работу закончили. Всего вам доброго.